Вернулась я с прогулки. Ждут у меня две посылки. На что идем открывать? Я даже не ожидала, что должны сегодня прийти мои эти посылки. Я сюда затащила. Сейчас перетащим и сделаем распаковку. Чек. Одна посылочка из Золанда. Там кое-что мне и Фабио на день рождения тоже подарок. Это от Лоберон. Уже у меня такая была посылка огромная. Сейчас мы с вами ее тоже распакуем. Итак, посылочка у нас с Золанда. Грязнючий пакет. Заказы уже не в первый раз с этого сайта. Нравится, что доходят вещи быстро и можно их сдать, если вдруг что-то не подойдет. Распакуем. Так, заказывала, скоро у Фабио будет день рождения, и нашла ему хороший гольф черный. Сейчас посмотрим, какой качество. Ну да, вообще легенький. Ну, обычный черный гольф. Это горло. Размер М. Фирма Pier One. Вот такая. Не знаю, понравится ему или нет. Увидим. Так, вот такой вот гольфик. Тоже стоил он где-то, кажется, 15 евро. Недорого. Так, и заказала еще на скидке. У нас еще скидки продолжаются. Думаю, закажу-ка я себе обувь. Хорошая скидка была. Марка Cross. На лето. Вот такие себе босоножки. Они прорезиненные. Здесь верхняя часть прорезиненная. Вот так они выглядят. Со скидкой, хорошая скидка была на них. Решила взять. Так, один и второй. Сейчас будем мерить. Главное, чтобы подошло. На ноге они прикольно смотрятся, но мой размер все как надо. Но единственное, что когда идешь, плоская подошва, нога не сгибается сама. Ходите как на колодках, по сути. Не знаю, если честно, что как-то у меня пока... Не знаю, может, надо их... расходить, не знаю, но так прикольно, мягко вот эта часть, что мне нравится. Может быть, пока непривычно, может, расходим. Если что, бесплатно можно, кстати, вернуть их, но они мягенькие, не знаю, может, оставить. Сейчас будем распаковывать эту большую карабин. Начать даже не знаю. Так, вот здесь, наверное, развернем. Надеюсь, здесь пришло все целым. Пласт воняет. Короче, заказали мы сет. Была здесь тоже хорошая скидка. Декор в новую комнату, которую мы еще не сделали, но я уже присмотрела. Вот такое вот, друзья, окошко. Да. Запах покрашен, если уже покрашенного. Вот такое окошко. Видно вам, нет? Под старину сделано. Это еще не все. Это одна из двух.
вот такое вот окно. Я вам покажу поближе. Сейчас хочу распечатать вторую. Так. Только подняла. Опять придется поднимать. Так, как достать. Здесь уже зеркало. Так. Запах краски, конечно, убийственный. Надо проветривать ее. Собственно говоря, вот так вот на сайте, в журнале выглядел этот сет. Продавался он за 158, но со скидкой, которая специально для членства моего на этом сайте, нам вышло где-то 125 евро. Хорошая была скидка, решили взять. Вот так выглядело на картинке, вот так вот выглядит вживую. Похоже? Похоже, мне кажется. Размещается, видите, размещалось на картинке все вместе. Также, я думаю, вместе мы повесим потом на стенку. Кстати, вот то, что этого сета не было в наличии, готовилось, то есть как бы под заказ. То есть мы купили, оплатили, и тогда нам изготовили. Тогда в наличии не было в магазине. Мы ждали 2 месяца этого заказа. Выполнено интересно, из натурального дерева, я так понимаю, это покрашено, такая ручка есть, она не крутится. Сделано под старинку все, таким каким-то золочением даже. Мне понравилось, вот здесь вот есть такой элемент, металл, кстати. Металл, ну только, конечно, саморезы такие черные. И зеркало. Металлические такие уголки, как будто вот, знаете, вешать точно на улицу или куда-нибудь. Ну, прикольно, прикольно, конечно. Здесь вот такая вот ручка. Петелька. Типа с солнышком. И такое вот зеркало. Ну, а тут я. Классный. Классный такой сет. Можно будет потом повесить на стену. Будет смотреться очень здорово. Друзья, всем доброе утро. Смотрите, что у нас на улице. Снег. Идет снежок. Чудо какое-то. Февраль удивляет. Снежок. У нас на неделе все такая холодная, -2, -4 даже градуса, что удивительно для нашей местности. Фабио говорит, очень холодно. Тоже он топит камин. Кстати, в этом доме родилась девочка. Когда рождается ребенок в Италии, на дверь вывешивают отличительный пол, какого пола родился ребенок. Вывешивают либо бантик, либо также имя. Вот девочку назвали Матильде. Вчера в магазине в нашем местном купила вот такой семена попкорна. Решила приготовить. Стоило евро 59 за 500 грамм. И никогда вообще не готовила попкорн. Увидела в фильме, как они там готовили. Так захотелось попкорна. И смотрите, действительно... Как обычно, попкорн, как в кинотеатрах везде там. Так что можно самому готовить попкорн. Вчера наелась, Фабио такое не любит, оказывается. Поэтому еще остался. Так что надо какой-то фильмец включить и добить. Заказала посылку Amazon. Витамины сейчас с вами откроем. Заказывала себе и Фабио. Так, что там пришло? Две упаковки заказывала, и клей не пришел. Странно. Заказывала витамины, мультивитамин на месяц. Получается, мне месяц и фаза месяц. Здесь очень много входит витаминов.
можно почитать. Так. 13 витаминов. 60 таблеток. 81 грамм. Пропьем курс для того, чтобы держать организм в тонусе, потому что зима, холода, не хватает витаминов, хочется больше спать, какая-то усталость. У вас такое бывает, когда в период такой осенне-зимний вообще нету сил и хочется больше спать, отдыхать, поэтому нужно иногда пропивать такие витамины. Вот мы взяли себе по флакону. Фабио не хочет такое пить, но я говорю, нужно для поддержания организма нужно пропить. Стоила такая вот одна упаковка. Я напишу на экране, сейчас не помню. Где-то около, по-моему, 6-7 евро, если не ошибаюсь. Но напишу вам, чтобы не соврать точно. Фирма Yamamoto. Какая-то фирма. Писали хорошие отзывы. Ну, посмотрим. Что будем пропивать. Вот сейчас открыла здесь этикетку. Вот здесь прям написано, какие витамины. Витамин А, витамин Д, витамин Е, витамин К, С, витамин С. Витамин В1, В2, В6, В12. Так, затем кальций, фосфор, магний, цинк. Магданез какой-то. Так, селен, хром, железо. В общем, здесь целый набор. Экстракт какой-то. Мексиканский какой-то экстракт. Ну, в общем, здесь минералы. 10 минералов, 10 витаминов. Интересно посмотреть. Какой результат от этого будет, но я думаю, не помешает пропить витамины, в котором так много минералов и витаминов. Масло масляное, но попробуем. Сделаю потом отзыв, что-то изменилось в организме или нет. Но состав хороший, так что будем пить. Друзья, всем доброе утро. Мы сегодня с вами приехали в шопинг-парк. У нас здесь есть недалеко от нашего города такой вот шопинг-парк с огромным количеством магазинов и в конце там Макдональдс. У нас сегодня миссия пройтись по магазинам, закупиться, найти подарок для свекрови, потому что у свекрови скоро день рождения в феврале 24-го, как и у Фабио 26-го. Поэтому нужно нам найти какой-то подарок ей. Вот такие у нас магазинчики. Вот кто-то открылось. Надо посмотреть, что. Thank you.
Итак, мы пришли в магазин, где называется «Сохрани деньги». Большой магазин с продукцией всякой разной, поэтому нужно сегодня... У меня есть лист, лишвист, с которым нужно нам купить здесь всякого бытового, бытовой химии. Немножко мы тут прикупились. Кстати, мы купили в магазине, вот этом Респар Милкаде называется. Вот там. Называется «Сэкономный дом». Мы заплатили больше 30 евро, и нам вот это блюдо вышло в 3 евро. Вот. Также взяли набор для свекрови. Потом мы приедем домой и покажем. Да? Да, теперь покупимся. Вот такая вот у нас распаковка с вами происходит. Взяли тапочки, кстати, мне в китайском магазине 7,99 стоили. Мягкие, хорошенькие, старые, выбросим. Итак, это мы взяли в китайском магазине для дезинфекции полов. 99% бактерий, написано, убивает. Не знаю, попробуем. Стоило где-то евро 50, кажется, если не ошибаюсь. Так, это цена тапочек. Затем в китайском, что еще мы взяли в китайском, вот такой вот, тоже для уборки, который убивает много бактерий, не знаю, правда или нет, для уборки всего дома спрей. Затем ездили мы, значит, в этот Респар Милкаде магазин, взяли белое хозяйственное мыло, мне нужно было... Одно мыло, но там не продавалось поштучно, был такими блоками, поэтому взяли такой набор. Затем губки мои любимые, вот такого типа. Затем взяла для кухни обычные влажные салфетки. Вот. Затем взяли попробовать вот такую полоскалку для рта. Никогда такой не пользовалась, но надо когда-то начинать что-нибудь новенькое использовать. Поэтому взяли на пробу. Затем мою Невея. Вот такой я пользуюсь. Мицеллярная вода. Да. От Невея. Затем вот такие вот прокладки. Еще прокладки. И бритвенные станки. И взяли за 2,29 огромную 2-литровую упаковку мыла. Мыло с органом написано. Мани и корпус, то есть руки и тело. Антибактериально какой-то натуральный. Ну, посмотрим. Пахнет на самом деле очень вкусно орган. У нас был такой вкус для... как он называется... Средство для душа. Боже, уже вылетают с головы все русские слова. Гель для душа. Вот, с органом тоже очень-очень вкусно. И затем в этом магазине получается, что мы вот купили на 30 евро. Больше там где-то около 40, наверное, вышло. И нам предложили, если хотите, то за 3 евро можно такую вот посуду для запекания взять. Я почему решила, думаю, не отказываться. Очень классный такой вот набор. Тут можно не только использовать для выпекания, например, можно тут и фрукты хранить. Красиво, посудина. И взяли набор косметики для свекрови. У нее скоро день рождения, как и у Фабио, у моей мамы тоже все. У меня тут 3 февральских дня рождений. И поэтому взяли ей набор, не знали, что купить, но выбрали вот такой набор. Очень классная вот эта марка Tesori d'Oriente. У меня вот такой парфюм есть от этой марки. И мне когда-то тоже свекровь дарила. Вот такого типа марки гель для душа. Тоже очень вкусный. Здесь, значит, гель для душа, парфюм и крем для тела. Значит, гель для душа и парфюм. В металлической упаковке. Стоил 11 евро с копейками. Думаю, будет ей приятно получить такой подарок к дню рождения.
Вот, друзья, такие у нас были закупочки, покупочки. А еще Фабио взял гель для душа и уже на 14 февраля подарил мне конфеты Рафаэлка. И смотрите, какой интересный букетик из конфет. Любят такие вот продавать вещи на 14 февраля. Так что, девочки и мальчики, вас тоже поздравляю с Днем Святого Валентина. Мы сейчас с Фабио вернулись из магазина Lidl. Хочу вам показать наши покупочки. Уже к весне продаются уже всякие разные цветочки. Вы видели, я вам засняла. И то, что мы выбрали, то есть я выбрала скорее наш сад. Это вот интересное растение, лиатрис. Интересно тем, что оно похоже, видите, как и на лилию. Видимо, это прародитель лилии. И такой вот цветок необычный. Я видела, как некоторые любители садоводства, растениеводства, цветоводства садят в своих садах такие интересные растения, цветы. Видела одной женщины. Мне понравилось. Я захотела себе такие необычные цветы в сад прикупить. Продаются уже они в таких вот пакетиках. Некоторые даже уже проросли. Вот видите, идет росточек. Здесь написано 25 штук. Сажать их можно, вот, высаживать, значит, с марта по май. Высота 70 сантиметров, будут цвести они, значит, с июля по август. То есть один месяц цветут на солнце либо в полутени 10 сантиметров расстояния. Красивые, интересные, необычные цветы. Пробуем посадить, посмотрим, что получится. И еще вот интересный такой вот вариант посадки луковичных в виде сердечка. Ну, это как бы на День Святого Валентина тоже такой вот подарок можно подарить. Здесь уже идут растения комбинированные. Фрезия 16 штучек и 5 штучек зефирантес, робуста какая-то. Они похожи, видите, цветы. Мне понравились вот фрезия. Это моя любовь. Number one. Forever. Потому что фрезия очень вкусно пахнет. Просто волшебный цветок. И вот этот цветок зефирантес какой-то мне не знаком был. Поэтому мне понравился такой вот микс из цветов. Я решила попробовать. Садится он вместе с палетом. Здесь перерабатывающий биоматериал. Вот, высаживать их нужно по вот такой схеме. То есть сажать их тоже в марте, апреле, мае можно. Просто засыпаете землей, поливаете, и они будут цвести с июля по октябрь. Высота, значит, 20-30 сантиметров.
Я уже на своем опыте поняла, что фрезия, она может вырастать очень даже высоко. Я вам потом покажу, в сад спустимся, и я вам покажу, в каком виде у меня сейчас фрезия на второй год цветения. Очень интересная. Вымахала она мне, конечно, на сантиметров 40, наверное, точно, я думаю. И еще одна моя любовь, это вот такая розочка. В прошлом году мы дарили свекрови на день рождения. И мне понравилось, как она у нее цветет. Она такая невысокая. Они как бордюрные, низкорослые розочки. Я вот хочу свою группу к моей альпийской горке туда подсадить. У меня там есть одно местечко для нее. Думаю, будет очень интересно. Главное, что у меня вся цветовая гамма больше розовая, белая, вот такая нежная. А мне захотелось вот такой оранжевый оттенок, очень необычный цвет. Вообще, я знаю, что многие не любят оранжевых роз, оранжевые цветы, как-то больше склоняются к красному, розовому, но необычный цвет меня, конечно, подкупил, мне захотелось что-то точно необычного иметь в саду. Розочка пышная, здоровая, в оранжевой упаковочке, тоже как на подарок. В прошлом году, кстати, свекрови мы вот такую розу и дарили, только у нее, по-моему, розовая была роза. Но этот цвет, конечно, фантастический. Оранжевая такая, персика просто. Бомба, бомбическая пушка. Вот. И еще одно блюдо мы там нашли. То есть, скорее, я нашла. Привычка говорить «мы», но в основном такие вещи всегда мне бросаются больше в глаза. Это блюдо для выпечки пиццы 33 сантиметра. У нас уже есть одно блюдо, вернее, для пиццы. Но мне понравился вот такой вот расцветки, необычный цвет закаленного. Вот, не знаю, как объяснить, наверное, это керамика, скорее всего. Ну вот, интересный цвет, интересное исполнение. Стоило это блюдо 6,99. Захотелось для красивых тортов, для красивой подачи интересного блюда. Так что такие у нас, друзья, были необычные покупки сегодня в Lidl.